Сижу за решеткой, орлица молодая. Вот так вот просыпается легенда золотная. Она просыпая, о, как хорошо сделали обоечки, как я вас люблю. Люблю я своих коллег, которые занимаются ремонтом. Школа ремонта от Елены Поляковой. Извините, что я в домашнем, но мне не терпится показать, что вот в этих ящичках скоро поселятся кто? Добрые мысли. И, конечно же, моя косметика, обувь. А все, что не влезет, будет помещаться в красивом чемодане. Красивый чемодан. Вот, сними, пожалуйста, да. Красивый с ней чемодан. Спасибо, что ты мне его подарил. И, конечно, гусиные лапки, потому что пуговички должны быть кожаные, а занавесочка должна быть такая маленькая. И как-то, ну, все под мой рост. Вот такая квартира, вот такая изюминка. Она и в душе и уже реализована. И, конечно же, высокие потолки. Ну, кто их не любит-то? И вот эта вот картина. И все это будет, видите, ну, кто-то в Соединенные Штаты соберется, а кто-то на велосипеде. Ну, мы ее, конечно, дорисуем. Обращайтесь, если вам нужен эксклюзив, если вам нужно переоборудовать машинку Зингер в модный комод, где можно будет класть какие-то книги, вещи, нитки. И вот эти персональные светильники, видите, у нас еще чуть-чуть недоработано. Все мы это для вас сделаем. Да, мы сделаем и вилочки, и иголочки, и штукатурочка, и вот эта вот лофтовая тема, ну, типа, не обои, а все натюрлих. Kein anderes unter dieser Nummer. Чё-то я на немецкий перешла. Ну, потому что немецкие строительные товары тут тоже присутствуют. Меня зовут Лена Полякова. Ремонтируем всех к Новому году снова. До свидания.